Друзья, предлагаю вам пройти цветотест и проверить, хорошо ли вы видите разные оттенки цветов. Я буду показывать картинки, а вам нужно увидеть буквы, которые на них изображены. Под картинкой будет 4 варианта ответов. Ставьте свой пальчик на ту букву, которая, как вам кажется, тут изображена. А через каждые 15 секунд проверка, правильно ли ты ответил или нет. Поехали! Итак, смотрим внимательно. Какая тут буква? Да это же буква Е. А в зеленых точках какую букву ты увидишь? Здесь буква Х. Давай проверим, как ты различаешь синие оттенки. Какая тут буква? Надеюсь, ты смог разглядеть букву Н. А здесь какая буква? Увидел букву Б? Молодец! Ищем красненькую букву. Итак, это буква М. Ну, тут, думаю, все просто. Какая буква? Буква Г. А на этой картинке какая буква? Та-та-та-та-та-та-та. Буква Т. И последняя картинка. Какую букву ты здесь видишь? Проверяем. Буква С. Говорят, что 10% людей не могут пройти этот тест без ошибок. Предлагаю проверить эту статистику и всем написать в комментариях о своих результатах. Только давайте честно. Спасибо всем, кто поставил лайк. Подписывайтесь на канал Бабушки Шошо.
и тогда первыми узнаете о новых тестах.